Вставайте, всем доброго утра и хорошего настроения. Готовь сани летом. Дима Билан еще в августе выпустил хит для новогодних праздников. Это пьяная любовь, с кем мне отогреться? Рвешь меня по швам, метишь прямо в сердце. А под эту песню Билан предлагает избавляться от набранных килограммов. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Месяц назад Дима Билан получил звание заслуженного артиста России. Узнал об этом последним, когда посыпались поздравления от коллег в сети. А помните такого Билана? Первое место на Евровидении. И всегда рядом Яна Рудковская. За 13 лет Яна из продюсера превратилась в лучшего друга. Саша, Яна и я. Красавцы. 5 сезонов в шоу-проекте «Голос». Многие мечтали попасть к столь эмоциональному наставнику. На своей страничке Билан признался, что уже ностальгирует по «Голосу». Хотя в его графике и так почти нет выходных. В прошлом году от стресса побрился на лысо. Недавно именинник все-таки нашел время на отпуск. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи. Сегодня Диме Билану исполняется 37 лет.